Привет, друзья, меня зовут Олег, это проект Моспарк. Спасибо, что смотрите наше видео. Сегодня у нас на обзоре очень недорогой, небольшой квадрокоптер. Пришел он к нам из магазина GearBest, вот в таком виде. На вид все достаточно целое, хотя коробочка немножко наискосок. Сейчас откроем, все посмотрим. Привез эту посылку курьер, и это очень хорошая отличительная особенность магазина GearBest. Все пока посылки из этого магазина привозят курьер. Ну что ж, открываем, посмотрим. Обошелся этот квадрокоптер менее 1000 рублей, так что очень-очень бюджетное решение. Так, ну, коробочка, к сожалению, чуть-чуть помята, но я надеюсь, внутри все целое. На коробочке информации немного, старше 14 лет, 6-осевой гироскоп, 2,4 ГГц, это отлично, 4 канала, перевороты, подсветка, упрощенный режим управления, ну и так далее. Модель H8 Mini от GRC. Открываем, смотрим, что внутри. Во-первых, сам квадрокоптер. Здесь у нас сменный аккумулятор. Подключается проводочками. Никаких кнопочек, никаких выключателей здесь нет. Стандартная, наверное, уже маленькая, не очень удобная аппаратура, но весьма компактная. Инструкция на английском языке и китайском. В наборе инструментов у нас всего два запасных винта, это удивительно. Все, даже самые дешевые модели, обычно комплектуются четырьмя винтами. Мягкие накладочки, ножки, зарядка USB и отвертка. А вот для сравнения наш любимый малыш-квадрокоптер. Он вместе с пультом чуть меньше вот этого компактного квадрокоптера. А если сравнивать сами квадрокоптеры, то он в несколько раз меньше. Пульт управления необходимо поставить три батарейки формата 3А или мизинчиковые, и на этом ваши расходы на первичное содержание квадрокоптера закончатся. Что ж, ставим все на зарядку и будем его тестировать. После нескольких тестовых полетов удалось установить среднее время зарядки аккумулятора. Это 1 час. Разрядка, то есть полет приблизительно 5 минут, в зависимости от интенсивности маневров. Ничего с этим квадрокоптером не случилось. Мы его специально роняли, проверяли. Единственное, что происходит, соскакивают вот эти вот пропеллеры. И это сохраняет в целостности и мотор, и пропеллер. Единственное, нужно внимательно смотреть, куда они улетели. Улетают недалеко. В итоге квадрокоптер у нас после испытания абсолютно целый, с ним все хорошо. Соответственно, квадрокоптер достаточно прочный и выносливый, особенно учитывая недорогой ценовой сегмент. Менее чем за 1000 рублей вы получаете полноценную игрушку для вашего ребенка, ну или для офисных школьных полетушек самостоятельных. Под видео будет ссылочка на сам квадрокоптер, а также на все доступные запасные части. И после падения, в отличие от нашего опыта с бюджетными Чирсонами, этот квадрокоптер не дергает, не колбасит, и он совершенно нормально летает. На этом все. Если обзор вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Пишите в комментариях ваши вопросы, пожелания относительно новых видео. Игрушка отличная, желаю приобрести и желаю вам отличных, приятных полетов. На этом все, с вами был Олег, до новых встреч, пока-пока!